Сегодня вечером 6 трамвайных маршрутов изменят движение. На ночь будут закрывать проезд по улице Кирова, где будут вестись ремонтные работы трамвайного полотна. С 21.45 трамваи 3, 7, 6 и 21 будут доезжать до перекрестка Горького и Коммунаров. Далее проследуют на ЖД вокзал Краснодар-1. Также вернутся обратно. После 10 вечера три маршрута 6, 11 и 21 из юбилейного микрорайона отправятся в западное депо. В депо будут следовать с конечных остановок Декабристов и Индустриальная и Двойки. Изменения будут действовать до 17 июня.